оценим очень высоко, как одну из самых эффективных программ, которая работает на территории региона. Важно отметить, что большое активное участие принимают жители региона, жители всех муниципалитетов. Причем голосуют за каждый проект своими взносами. Пускай это небольшие суммы, но мы видим, что очень большое внимание, очень большой интерес проявляют жители, в том числе при контроле качества проведения работы и при сдаче объектов. Поэтому сейчас у нас практически в 6 раз выросла масштабность этого проекта. Сегодня мы обсуждали и прозвучала просьба или предложение от представителей Ассоциации муниципальных образований увеличить все-таки на этот год и количество проектов, и дополнительное финансирование, с учетом, что не все смогли там по объективным причинам своевременно подготовить документацию муниципальное образование. Поэтому такое решение было поддержано, предложение было поддержано. Мы сделаем второй этап программы по ПМИ на текущий год и дополнительно более 80 проектов в большинстве муниципальных округов и районов нашей области войдут уже во второй этап этой программы на 2022 год. Причем сделаем это достаточно быстро. Я надеюсь, там, в течение первого квартала этот проект будет запущен.